Индия – мировой производитель чая. На выставку в Рязань организаторы привезли сорта, которых в гипермаркетах не найти. Более 150 видов из Индии, Цейлона и Непала. Есть чаи на развес и упаковках – черный, зеленый, белый с различными добавками. Есть, то есть, эксклюзивы, такие как соусепом, да, это индийское яблоко. Также есть экзотика, то есть различные плоды, маракуйя и так далее, да, драконфрукты и тому подобное. Известны своим качеством индийские и пакистанские специи – куркума, имбирь, черный тмин. На выставку привезли более 40 видов ароматных пряностей, не считая различных смесей к рыбе, мясу, плову и другим блюдам. В смесях часто покупают именно индийские приправы, что они ароматные и сохраняют как бы вот качество именно специй. Они без консервантов, без всяких, без красителей. В Рязань привезли одежду индийского производства из льна и хлопка, палантины, сделанные вручную из натуральной шерсти, сумки и кошельки. Пользуется популярностью индийская косметика из натуральных компонентов, омолаживающие кремы и мази, кокосовое масло для тела и волос. Кроме того, на выставке представлен большой выбор украшений и бижутерии. Организаторы постарались, чтобы вся продукция, представленная на ярмарке, была отменного качества и радовала покупателей. Люблю украшения, чай покупаю. Вот сегодня сумочку себе купила. У нас день рождения. Да. Так, что присматриваете? Что-нибудь, сейчас пойдем. Подарок себе какой-нибудь купить, да? Да. Да. Вот духи смотрели. Интересный товар, очень красивые камни. Очень нравится. Выставка товаров из Индии и Пакистана работает в торгово-развлекательном центре «Премьер» до 30 июня. Ежедневно с 11 до 19 часов. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».